Подібні навчально-тренінгові заняття фахівці Національного університету цивільного захисту України проводять щороку систематично з різними верствами населення. Це і школярі, їхні батьки, і освітяни, і студенти, і психологи. І сьогодні до нас в університет завітали 60 волонтерів, представники волонтерського руху «Volunteer School». Фахівці Національного університету розповіли присутнім про алгоритм дій при евакуаційних заходах внаслідок пожежі. Другим етапом стало надання домедичної допомоги, і третій етап – це надання екстреної психологічної допомоги. Щоб зустріти фізичну реакцію чоловіка, треба його взяти за кисті рук. Держите за руки, можете бути слухати, можете перетримати. Ми проводили заняття з надання екстреної психологічної допомоги постраждалим в осередку лиха, в осередку надзвичайної ситуації. Ми визначили з ними роль та місію волонтерів, продемонстрували практично, як виводити з негативних станів постраждалих. Наприклад, це був ступор. Вони отримали практичні навички. Вообще волонтерство для меня это как частичка жизни. В 2018 году я первый раз стала волонтером. Именно тогда я уже поняла всю ответственность, когда я стояла на точке. При мне человеку стало плохо. Тогда я почувствовала всю ответственность, то, что волонтер – это не просто тот человек, который может помочь в организации. Ответственное лицо, которое несет ответственность и за жизнь людей, которые стоят возле тебя или которые приходят на какое-то мероприятие. Сегодня мы были в центре психологии, где нам рассказывали, как помочь человеку, как вот вывести его из вот этого шокового состояния, какие вопросы ему задать, как правильно подойти, на какие точки лучше понажимать, чтобы ему стало легче, чтобы войти к нему доверие и по-настоящему помочь. Встали на коленки, пупку назад и всем телом навалились на пострадавшего. Локотки должны быть максимально разогнуты. И вот таким вот движением на самом деле это все очень тяжело. Не просто так, а мы должны продавить грудную клетку на 4-5 сантиметров. Вот, пощупали, нашли, разделили на три. Серединка, нижняя часть серединки, вот сюда вы должны посложить руки. Также мы были в центре медицины, где были несколько манекенов, и мы понимали, как ему помочь, как вот эту вот первую медицинскую помощь ему предоставить, как правильно, то же самое, как подойти, лучше всего подходить с головы, чтобы там была наша безопасность в первую очередь, и чтобы понажимать тоже на правильные точки. Также мы были в центре, где нам рассказывали про то, как правильно эвакуироваться. Это очень важно для жизни, и не только для волонтерской деятельности, а вообще и важно каждому человеку такое знать.